Шалом, шалом! И с вами я, Леви Харпатин, молодой спикер платформы Ваикра. И это наша с вами рубрика «Мудрость Торы на каждый день». Внутренний ребенок. Первым повелением Всевышнего после нашей недельной главы, которую мы читали в этот шаббас, было для евреев таковым. Изготовьте ковчег. Изготовьте ковчег завета. Это должен был быть деревянный шкаф, покрытый чистым золотом. И сказал Всевышний: и поставьте на заднюю крышку, которая будет закрывать ковчег завета, двух керувов. Керувы – это детские лица ангелочков с крыльями. И сказал он: изготовьте керувы и закройте ковчег завета массивной крышкой. Это было очень важное повеление для повеление Всевышнего, которое было адресовано евреям. Почему именно эти керувы? Почему дети с крыльями? Почему лица маленьких детей, которые в образе ангела? Именно потому, что Всевышний хотел сделать идеологию. То, что мы должны также любить его, как ребенок любит своего родителя. Мы должны также служить Всевышнему, как веселый, счастливый еврейский ребенок. И, конечно же, то, что Всевышний нас любит, потому что мы его дети. И эти керувы – это просто был такой символ. Благодарю за прослушивание. Браха вецлаха. Всем хорошей недели.